Приветствую вас, дорогие мои девчонки! И сегодня у нас с вами очень важная тема. Мы поговорим о том, как в домашних условиях ухаживать за нашими ножками, как делать педикюр, как обрабатывать наши ногтики, как правильно удалять кутикулу. Почему я решила поднять эту тему? На самом деле, на сегодняшний день это животрепещущий вопрос, потому что, когда вы обрабатываете ваши ножки в домашних условиях, вы находитесь в полной безопасности. Говорим о средствах, которыми можно обработать нашу подошву, чем можно обработать наши ногтики и удалить кутикулу, как смягчить нашу кожу, как сделать ее более нежной и гладкой. У нас есть все эти продукты, также есть Монарда, и я обо всем вам постепенно расскажу. А вначале я начну с истории. Однажды я делала себе педикюр, я ходила и делала гель-лак. Когда мы ходим в салоны, мы никогда не задумываемся о последствиях, которые могут быть. Я стала замечать, что что-то с моими ногтями происходит не так. А у меня стал отходить ноготь. Я пошла к подологу, и она сразу же меня отправила в больницу. Когда я сдала анализ крови, мне сказали, что во время педикюра мне внесли грибок. Я очень сильно расстроилась, что же делать, я же не хочу потерять ноготь, потому что я хочу, чтобы у меня были красивые ножки. И теперь я уже несколько месяцев пью специальные лекарства для того, чтобы этот грибочек удалить и для того, чтобы прирастить свой ноготь обратно. Но я не к этому. Я стала думать, что же такое происходит. Дело в том, что человек, который делает педикюр, он не знает же, что у кого-то может быть какая-то проблема, это может быть какой-то грибок. Некоторые мастера, они делают и маникюр одновременно. Они используют одни и те же гель-лак, одну и ту же лампу. Поэтому будьте очень осторожны. Все эти грибки, все эти заболевания ногтевые, они переносятся через гель-лак. У нас в компании Faberlic есть все продукты, я вам уже показала, с помощью которых вы можете легко себе сделать педикюр. Продукты потрясающие, превосходные, педикюр ничем не будет отличаться. Практически будет то же самое, что и аппаратный. И когда вы накрасите нашими лаками ногти, они будут просто сиять, потому что наши лаки имеют эффект гель-лак. Я хочу вам порекомендовать два продукта, с помощью которых вы можете убрать огрубевшую кожу. Первое — это наш активный гель для педикюра, его еще называют жидкое лезвие. Это просто потрясающее средство. Это экспресс-средство, вы его наносите на ножки, аккуратненько вот так вот снимаете, вот сюда выходит гель, определенный гель, и вы его наносите на подошву ваших ножек. Я еще наношу немножко там, где кутикула, где есть какие-то грубые участки, мозоли, его наношу, одеваю в пакет, и прекрасно он убирает все. Ножки будут гладкими и просто как у младенца будут ваши пяточки. Если же вы решили, вот вы делали аппаратный педикюр, и вы хотите что-то помощнее, хотя вот жидкое лезвие просто потрясающее, вот, но вы хотите что-то помощнее, то я рекомендую вам купить вот такую пемзу. Это пемза, она идет на батарейках. Вот есть съемная насадочка, она меняется, я вам сейчас покажу. Вот ее можно приобрести, она вот так вот снимается очень легко, надевается. Также есть и специальная расчесочка. Минус единственный в том, что нету коробочки, где ее хранить. Вот, допустим, как в этом наборе здесь есть такой чехол. Здесь есть щеточка, которой вы можете почистить ее, да, очень удобно. А где я храню это все? Вот в обычной косметичке. Значит, вы включаете, она начинает работать, жужжать, и прям по сухой коже мы начинаем снимать. То есть не нужно мочить, ножки ваши будут сухие, не мокрые, и вот таким образом мы будем работать, все мы скоро посмотрим. Потрясающая вещь, очень хорошо она это дело снимает. Единственное, я порекомендую, я это делаю, заложу в ванну, расстилаю полотенце, да, и работаю, чтобы у меня мертвая и сухая кожа нигде не разлеталась. После того, как мы убираем все вот это мертвое, да, значит, мы начинаем обрабатывать наши ногти. У нас есть такой суперский маникюрный набор. Значит, здесь есть насадочки.
так? Железные насадки, они идут для удаления кутикулы, а вот эти белые, они идут для шлифовочки. Тоже мы это потом все посмотрим. Вот таким образом все вставляется, и он начинает работать. Я могу сказать, что я снимала себе нарощенные ногти, я обрабатываю себе ногти на ножках, и я даже не заметила разницу между аппаратным маникюром и педикюром и вот таким нашим. Супер просто вещь. Вот, после того, как мы обрабатываем, мы наносим крем, гладкие пяточки, чтобы смягчили, надеваем наши носочки. Внутри есть гель, пропитанный лавандовым маслом, и эти носочки я одеваю обычно на ночь. Потрясающие носочки, и утром вы просыпаетесь совершенно с прекрасными ножками. Вот такие нехитрые процедуры мы можем делать совершенно в домашних условиях и ничего не бояться. Кстати, не сказала я про очень крутое средство. Это спрей для обработки поверхностей. Ну, раз я вам уже рассказала свою такую историю, не очень хорошую, не очень позитивную, то когда я пришла к врачу, и мне выписали это лекарство для того, чтобы я вылечила свои ногти, да, мне сказали, что я должна обрабатывать обувь. И вопрос, чем обрабатывать обувь? Мне прописали уксусную кислоту. Это пищевая уксусная кислота, вот так вот она выглядит. Девчонки, я вообще никому не рекомендую. Во-первых, там 70% можете сжечь кожу ваших рук, это очень вредно, это очень неприятно, она портит обувь. Если, в принципе, вы хотите обработать обувь просто для профилактики, ее нужно развести с водой в определенной пропорции, затем вымыть внутри обувь, наложить туда ваты, положить это все в мешок, и чтобы оно там все это работало в течение суток. Если у вас хорошая обувь, ну, в принципе, если у вас любая обувь, то это очень жалко делать, потому что вы ее обувь испортите. И мне на помощь, конечно же, пришел Faberlic. Это средство для обработки поверхностей Monarda, номер 11260, просто чудеснейшая вещь, она борется с грибками всевозможными, убивает просто наповал. Значит, вот такой спрей. Можно брызгать все, что угодно. Видите, все, что угодно, я брызгаю обувь. Я обрабатываю обувь всей семьи. Тапочки детей, туфли, кроссовки, ботинки, все, 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 что угодно. Обрабатываю свои каждый день. И я не переживаю за то, что я испорчу эту обувь. Зато я знаю, что у меня совершенно чисто, безопасно. Даже где-то я могу брызгать и на пол. Вот эти вещи, они у меня не переводятся, я их постоянно покупаю. С любым грибком борется, не портит ничего, ни вещи, ни обувь. А мы сейчас с вами будем все пробовать. Итак, первое, что мы будем делать, это мы будем с вами пробовать жидкое лезвие. Это специальное экспресс-средство для удаления натоптышей, ороговевших мозолей, предназначенное для ускоренной подготовки к педикюру. Он очень хорошо размягчает огрубевшие участки. Первый шаг. Мы распариваем ноги в ванночке, насухо вытираем. Затем мы наносим активный гель на сухие участки. Вот пальчиками, ручками мы не трогаем. Можно с помощью перчаток, можно с помощью какого-то аппликатора, но пальчиками не трогать. И шаг 3, после нанесения средства мы наносим либо пакетик, либо обворачиваем в целлофан. 10 минут мы это все дело держим и смотрим, что у нас получится. Сейчас я вам просто покажу, как я его наношу. Ножки я помыла, и мы наносим на огрубевшие участки. Значит, наносим вот так вот хоботиком. Ручками я не прикасаюсь. Вот так вот раз-раз-раз-раз. Разношу, можно где-то больше. Ну, я разношу по всей подошве. Разнесем ее. Руками не трогайте, потому что вы будете трогать ручками и потом можете сжечь вашу кожу. Это неприятное ощущение. Также я обрабатываю пальчики. И могу вот места, где есть кутикула. Так, все нанесли, и потом я надеваю пакет. Все. Вот таким образом 5-10 минут ждем. Сейчас я вам покажу,
как работает наша пенза. Просто шикарная вещь. Посмотрите, как она круто работает. У нее один режим. Но мы берем, помыли ножки и на сухую кожу начинаем обрабатывать. Ничего такого здесь нету сложного. Раз, начинаем обрабатывать пяточки. Я рекомендую, конечно, это делать где-то в ванной, либо вот так вот на полотенце, потому что, чтобы не летела мертвая кожа. И вот так вот пошли обрабатывать. Обрабатывает она очень хорошо. Каждый пальчик можно обработать. Видите, как сколько мертвой кожи уходит. Но ножки должны быть сухие. И здесь. Вот принцип вы поняли. Ребят, одну ножку я обработала жидким лезвием, вторую я обработала нашей пемзой. И я могу сказать, что одна, что вторая, они гладенькие, очень хорошие. Но если у вас сильно загрубевшие есть участки, то вы накладываете жидкое лезвие, пожидаете 10-15 минут, ножка должна ваша высохнуть. И уже на сухую вы работаете этой пемзочкой. Просто шикарно. Я могу вам сказать, что эта пемза стоит где-то в среднем у нас рублей 23-25 белорусских рублей, да? А поход к подологу начиная от 40 рублей. Покупая эту пемзу, вы выигрываете, потому что однозначно не один раз вы будете пользоваться. Единственное, помощнее батареечки. Купите, не пожалеете денежек. Ну а сейчас мы будем тестировать наш следующий приборчик, с помощью которого мы обработаем нашу кутикулу на ножках. Это наш набор для маникюра и педикюра. Здесь есть железные наконечники, они предназначены для обработки кутикул и для того, чтобы снимать гель-лаки. Вот эти для того, чтобы шлифовать наши поверхности ногтя, чтобы они были ровными и чтобы лак ложился хорошо. Сейчас мы будем удалять кутикулу и шлифовать поверхность ногтя. Все, прекрасно все удаляет. Если у вас есть загрубевшие участки, допустим, какие-то мозоли, то, что вы хотите убрать, вы можете убрать вот этой насадочкой. После того, как мы убрали старую загрубевшую кожу с наших ножек, удалили кутикулу, нам останется только шлифануть наши ногти, нанести крем и одеть носочки. Для шлифовки очень хорошо подходит вот такая большая насадочка, тоже удерживая, она начинает крутиться, и мы проходим каждый ноготок. Стоимость этого набора, девчонки, тоже небольшая, где-то можно его купить за 25 белорусских рублей, очень классный, и вы реально не пожалеете, и вы будете знать, что вы совершенно в безопасности, потому что этим набором пользуетесь только вы, больше никто. И вы, я думаю, сами прекрасно себе обработаете ножки и ручки. Особенно во время карантина это классный выход. Ну что, девочки, я могу вам сказать, что ножки свои я обработала не хуже, чем в педикюрном кабинете. Сделала это дома, сделала это безопасно. И дело в том, что по деньгам это даже еще и выгодно. То есть приобрести такую пемзу, такой наборчик и крем для ног и носочки, этого хватит вам на очень-очень долго. После того, когда мы обработали наши ножки, мы не забываем нанести наш крем. В данном случае это бальзам для стоп «Гладкие пяточки», чтобы ваши пяточки были гладкими-гладкими, как у младенца. И на ночь надеваем наши суперские носочки. Чем эти носочки хороши? Они хороши тем, что, во-первых, их хватает на очень долго, где-то на 100 применений. Вот, и внутри... Здесь есть такой гель специальный, он пропитан лавандовым маслом. И ваши ножки, они будут супер-супер очень сильно увлажнены. Надеюсь, что было вам полезно. Будьте здоровы. Спасибо за ваши лайки. Ваша Оля.